Всем привет! С вами Магнета, и сегодня нас обзор обновления Iron Maiden Legacy of the Beast. Что ж, давайте приступим к обзору. Первая новость — это у нас июльские события. Коварная экспедиция утеряна, наследие молнии бьет дважды, празднование 4-й годовщины, боевой голем, летний тур, царство хаоса, холодная кровь и роковое задание. Что ж, ну такие у нас события. Кстати, напишите в комментариях, какого бы Эдди вы бы хотели дальше. Ну, самое лучшее, что в этом обновлении есть, это календарь 4-й годовщины. Каждый день новый сюрприз. Это просто отлично. 12 бесплатных наград. Что ж, началось новое событие. Крестовые походы начинаются прямо сейчас, чтобы получить очень редкие награды. Например, тамплер крестоносец Эдди, а также вот такие талисманы, душа пробуждения, серебро и фрагменты талисмана, осколок навыка, эпическая душа, редкие души и айронит. И у нас стартовало событие «Угрожающие фрагменты в испытаниях коварной экспедиции». По-моему, это очень хорошее событие, где вы можете получить такие же крутые награды. Новые, очень редкие персонажи. Это «Жизнь после смерти» и «Апокалиптический леди судного дня». Стоить мне будут 4000 и 8000. Также у меня есть свои догадки об острове Авалоне. Я думаю, что он выйдет этим в этот август. Ну, это только мои догадки. Ну что ж, на этом у меня все. Подписывайся на канал, ставь лайк. Ты был на канале Магнета. Пока.